Доброе утро. Слышно? Братья и сестры, в это славное воскресное утро. Я рад вас всех видеть вновь. Также привет от брата Виктора с Милой. У них все хорошо, они выздоровелись, они уже там гуляют по Москве. Так что Господь Бог их исцелил. И сейчас я хочу вам также попросить сестру. Вера, как у тебя? Все отлично? Все, слава Господу. Брат Виктор просил передать, также помолиться за сестру Лиду. Ее положили в больницу. Я диагноз не знаю, не сказали, но просто попросил, чтобы поддержать ее тоже. Хорошо. И также, да, вот сестра Лида. И также за наше служение, за собрание. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за все Твои эти ответы, Господь мой, как Ты исцеляешь, Господь мой, своей славной рукой. И сейчас, Господь, мы просим Тебя за это воскресное утро, Господь мой. Благослови, пожалуйста, нашего пастора, Господь мой. Благослови, Господь мой, что-то для нас, чтобы открылось, Господь мой. И Ты дал это слово, Господь мой. И также, Господь, просим Тебя за музыкантов, которые будут сейчас вести, Господь, это пение, Господь мой, эту музыку поднимать, Господь, этот, Господь мой, величайшую, Господь мой, симфонию для Тебя, Господь, мы готовы, Господь, мы просто приложить все силы, Господь, чтобы Ты, Господь, это услышал, Господь, и было это, Господь мой, воскресное утро. И также, Господь, попросили за сестру Лиду помолиться, Господь. Мы не знаем, какая причина, но, Господи, мы хотим просто встать также, Господь мой, за нее, Господь, за нашу сестру, Господь мой, она в больнице с каким-то диагнозом, Господь, мы не знаем, но Ты знаешь, Господи, Ты знаешь врачей, которые там, Господь мой, и они ее излечат, Господь мой. Прошу, поддержи ее, Господь, и излечи. За все Тебе спасибо, Боже, и также за то пожертвование, которое будем, Господь, руки класть. Господь, воздай в 100 раз больше, Господь мой, чтобы это, Господь, пригодилось для славы Твоей, Господь. За все Тебе спасибо, и во имя Господа Христа. Аминь. Thank you.
Доброе утро, святые. Здорово находиться в Божьем доме. Верю, что каждый пришел сюда с радостью. Давайте Богу принесем этот фимиам приятный. Радоваться в Боге — это сила, и успех моих в Господе побед. Слово тайну радости раскрыло, места для печали больше нет. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его обрету. Радуюсь, что я пришел от Бога, чтобы здесь его волю исполнять. Там, где Дух Господень, там свобода. Духа я не буду угашать. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его атрибут. Радуюсь себе я основание, что могу во всем Богу доверять. И тогда любые испытания с радостью великой принимать. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его атрибут. Радуюсь, и это не скрываю, для меня Господь, Он столько совершил. Всю хвалу Ему я воспеваю, сердце Он мое возвеселит. Давайте попробуем. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его атрибут. И мы тоже вечны. За праздник нас на небе ждет, и знаем, скоро этот день придет. Сам жених с небес шагает, к себе невесту поднимает. В небесах раздастся хор, зазвенит великий колокол. Скорей же трубы, архангел Гавриил. Он идет она, да невеста для Христа. Как славна и чиста, какая красота, Бог ее предопределил. Своей кровью искупи, уступите ангелы уст, дайте жениху шагнуть. Уступите ангелы уст, дайте жениху шагнуть. Со всех народов придут они.
одеждах чистой белизны. Небеса будут созерцать, как будет пысь небесно наша гад. Уже готовимся к уходу на пир, хотя ни день, ни час не знает мир. Сгорели же трубы Архангел Гавриил. Какая красота! Бог ее предопределил, своей кровью искупил. Уступите ей ангелу путь, дайте к жениху шагнуть. Уступите ей ангелу путь, дайте к жениху шагнуть. День. Какой счастливый день! Какой счастливый день! Бог предосмотр показал. Наш пророк видение узнал. А здесь она уже на виду, шагает стройно на высоту. Уже готовимся к уходу на пир. Знает ли, скорее же трубы Архангел Гавриил. Вот идет она, да невеста для Христа. Как славна и чиста, какая красота! Ее предопределил, своей кровью искупил. Уступите ей ангелы путь, дайте к жениху шагнуть. Уступите ей ангелы путь, дайте к жениху шагнуть. О, что за день! Песни попрошу брата Юру выйти. Он муж брани, он сильный воин, он победитель всей славы достоин. Я вместе с ним непобедимый, я им любим, он мой любимый. Иисусу подобного нет. Yeah.
Подобного нет. Он такой чудный, он такой заботливый, он такой благой, он сострадателен, он наш Господь. И это счастье приходить к Нему, правда? И это настолько прекрасно. У нас был с братьями телемост, с братом Вином, и такое благословение получили. Там брат Тарасенко был с Молдовы, и его там старшая группка. И вот мы с Венспилса, там, кто еще, с Ужгорода были, на испанский переводили. И правда, такое благословение получили. Знаете, настолько прекрасно видеть, когда Господь приходит лично для тебя и оживляет слово тебе. Не просто, чтобы ты сравнивал там, и, а как те, а как эти. Это не то, мы пропустим. И поэтому, как он показывал, есть плотской Израиль, но есть духовный Израиль. И одни занимаются одним, но другие вникают. Как Даниил, он вникал в Писание. Он свитки это изучал. Свитки Иеремии, понимаете, все эти вещи. И поэтому он увидел, что скоро освобождение. Стало совсем чуть-чуть. И поэтому ангел пришел разъяснить ему, а как дальше, а как быть? Поэтому к нашему пророку пришел ангел. Друзья, и к невесте тоже. Приходит ангел, Дух Святой, правда? Сама личность. Та седьмая печать, которая начинает раскрывать. Потому что а нам нужно только, Господь, дай мне жаждущее сердце. Я не хочу пропустить. Я не хочу быть при послании. Я не хочу быть при избранных. Пока это еще дверь приоткрыта, дай мне это желание. Пусть Дух Святой сойдет сегодня на каждого из нас. Коснись своих детей, чтобы мы могли бы свою веру притянуть. Друзья, вера, совершенная вера, это не что-то такое, знаете, передвигать горы или еще что-то. Это, он говорит о вере, когда тебе открыта его воля. И это будет не просто, понимаете, это все зависит от того, что не ты хочешь, а когда не то, что вот сейчас показать мне надо мертвого воскресить, чтобы больной не хромал, чтобы глаза там и открылись. Не в этом это заключается. Это когда Бог открывает свою волю тебе в своем слове. И когда надо, Он помажет. Это не от нас зависит. Понимаете, это вот это здорово. Просто дожидайся. Ожидающие Господа обновятся в силе. Исаия 40 глава. Дай нам, Господь, позволь нам это сделать, да? Дай нам это пережить еще сегодня. И крещение на крещение, еще и дальше, и дальше. Склоним наши головы. Господь, Небесный Отец, Господь Иисус, Тебе подобного нету, Господь. И мы так благодарны Тебе, что Ты не прошел мимо нас. Ты приходишь к Своим детям, к Своим избранным. И мы очень благодарны Тебе, Господь Иисус. Ты приходишь к Своей семье. О, Боже мой, Ты никогда не опаздываешь. Ты никогда не опаздываешь. Просто эти события, которые все разворачивается, что мы смотрим, что мы видим, это просто часть Писания. Дай нам просто стоять спокойно, взирать на Тебя, на начальника и завершителя веры. Помажь нашу веру сегодня, Господь, через Твое Слово. Пусть Твой Дух Святой сойдет особенным образом, Господь. Коснись нас, коснись Твоих детей, коснись, кто имеет какую нужду, Господь, если ты веришь, ты можешь просто поднять руку к Нему, когда у нас глаза закрыты, головы опущены. И Отец, зная тайное, зная Твое, то, что в Твоем сердце, в глубине, может, Твое сердце, воздаст Тебе явно. На это мы хотим, Господь, смотреть, чтобы Твое Слово раскрывалось бы, Господь, чтобы мы могли бы понимать, в какой час мы живем, в какую пору мы живем. И что мы должны, Господь, делать? Даруй это нам, Господь. Пусть Твоя благодать, пусть Твой Дух Святой двигается в этом собрании. И все, кто с нами на связи, благослови каждого, Господь. Боже мой, мы благодарны Тебе, что Ты избрал этот народ. Ты его поставил, чтобы мы шли и приносили плоды.
Божьи плоды. Аллилуйя. Да будет тебе за все слава. Благослови пожертвование, Господь, каждого дающего. Господь, благослови и воздай во сто крат. В эти такие вот сложные времена, Господь, но ты хочешь показать, что ты со своими детьми. А мы благодарим тебе и доверяем тебе. Коснись, Господь, чтобы никто больной не остался, чтобы депрессия, чтобы какие трудности, чтобы просто ты бы показал бы выход. Покажи этот выход. А мы доверяем тебе. Благослови и используй брата Павла, нашего пастыря, чтобы этот канал слова и канал веры был открытый, и, Господь, твое помазание изливалось бы Духом Святым на твоих детей. А мы отдаем это время тебе в руки Господа Иисуса и прославляем тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Пожмите руку друг рядом стоящего. Пусть Бог благословит вас, друзья. Только мужественный, твердый, не страшись врага, ведь обещал Бог, что с тобою будет Он всегда. Не забывай, кто ты такой, вступай в молитвы смело в бой, и знай, что сам Господь идет перед тобой. Будь только мужественный, тверд, Господь сказал тебе, никто не сможет пред тобою устоять в борьбе. Принадлежит тебе земля, и ты сражаешься не зря. Победе предопределил Господь тебя. Победа твоя. Бог учит не смотреть на обстоятельства. Иди вперед и будь смелей. Враги твои приходят в замешательство. Овладевай землею твоей. Будь только мужественный, тверд и не страшись врага. Ведь обещал Бог, что с тобою будет Он всегда. Забывай, кто ты такой, ступай в молитве смело в бой, и знай, что сам Господь ведет перед тобой. Будь только мужественный, тверд, Господь сказал тебе, никто не сможет пред тобой устоять в борьбе. Принадлежит тебе земля, и ты сражаешься не зря. Победе предопределил Господь тебя. Победа твоя. Нам слово принесло освобождение. Послушен будь ему во всем. Нет больше в твоем сердце осуждения. И пред тобой пойдет Иерихон. Только мужественный тверд и не страшись врага. Ведь обещал он, что с тобою будет он всегда. Не забывай, кто ты такой, ступай в молитву смело в бой, и знай, что сам Господь идет перед тобой. Только мужественный тверд, Господь сказал, сможет пред тобой устоять в борьбе. Принадлежит тебе земля, и ты сражаешься не зря. Победе предопределил Господь тебя. Победа твоя, победа твоя. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста, у нас сольно есть.
что у меня случилось. Жизнь моя теперь вся изменилась. Все мои желания Бог убрал и жажду слова дал. А ведь дьявол тоже все не дремлет, хочет взять меня под свой контроль, но не сможет в башню управления Иисус вошел. Нечто так тянет, нечто так манит, и чувство то меня уже не оставит. Буду я тебя, Иисус, любить и всю жизнь тебе служить. Глубже, чем море, выше, чем небо, так твоя любовь ко мне неизменна. В союзе безусловном я с тобой, я с тобой. Часто жизнь свою я проверяю, а достаточно ли я молюсь, и тебе ли свое время посвящаю, Иисус. Очень не хочу, чтобы меня ведь живу я в самый темный час, мне очень нужен ты. Нечто так тянет, нечто так манит, и чувство то меня уже не оставит. Буду я тебя, Иисус, любить и всю жизнь тебе служить. Лучше, чем море, выше, чем небо, так твоя любовь ко мне неизменна. Люди, безусловно, я с тобой, я с тобой. Иногда приходят испытания, любит проверять Господь меня. В испытаниях выявляется поистине, кто я. Много раз уже я убедился, все в порядке у меня с тобой. Что непобедимый, я шагаю смело вон. Нечто так тянет, нечто так манит, и чувство то меня уже не оставит. Буду я тебя, Иисус, любить и всю жизнь тебе служить. Глубже, чем море, выше, чем небо, так твоя любовь ко мне неизменна. В союзе безусловном я с тобой, я с тобой. Нечто так тянет, нечто так тянет, нечто так манит, и чувство то меня уже не оставит. Буду я тебя, Иисус, любить и всю жизнь тебе служить. Глубже, чем море, выше, чем небо, так твоя любовь ко мне неизменна. Словно я с тобой, я с тобой. Дьявол всегда подножки ставит. Ничего, мы знаем, что мы победители. Это самое главное. Мы Божьи воины, мы здесь сражаемся. Борьба за нашу землю идет. И не слабеем мы, но укрепляемся орлиной пищи, что теперь Бог дает. На войну созвал нас трубный глаз, идет сражение, все небеса за нас. И верой видим мы, что Божьи ангелы стоят вокруг сейчас. Теперь мы более чем победители, уже была на небе война. Господня воинства, мы представители, низвержен сатана. Непобедимая, невеста Господа, Его любимая, искупленные, ведь мы Его
земля обетованная. Открытия тебе до откровения себя увидеть Бог нам дает. И от тебя лица со тьма неверия нас по просторам слова Господь ведет. Вся земля преображается, через печать шестую очищается, и Божьи сыны, и Божьи дочери нас проявляются. Теперь мы более, чем победители, уже была на небе война. Господня воинства, мы представители, низвержен сатана. Непобедимая невеста Господа, Его любимая, искупленная, ведь мы Его земля обетованная. Мы получили дух усыновления, Ему угодно в нас обитать. Настало наше время проявления, своей землею можем мы управлять. И хотя вокруг давление, Господь дал силу, мудрость, развлечение. Победа нам дана, получит вся земля освобождение. Всем святые, мы еще имеем эту привилегию быть здесь вместе, вокруг Его Слова, воспевать Ему, создавать эту атмосферу для Духа Святого, чтобы Ему было бы хорошо. А если Ему будет хорошо, то и нам будет хорошо. Тогда Он нечто может нам сказать. А если Он нечто скажет, это нам тоже поможет. А мы нуждаемся в этой помощи от Духа Святого. Мы сами не сможем преодолеть. Это если мы будем идти одни, если мы будем идти без Духа Святого, то это не тот путь. Нам нужен Дух Святой. Пусть Господь благословит нас. Я немножко простывший, не очень хорошо себя чувствую. Но думаю, горло моего должно хватить на собрание. Давайте мы еще склоним головы. Господь дорогой, мы благодарны Тебе. Наша вера, она полагается на Тебя, Господь мой, на Твои способности, на Твои возможности. Господь мой, все, что мы можем только сделать, это только Господь предоставит себя для Тебя, Господь мой, Боже мой, Иисус, чтобы войти с Тобой в сотрудничество, Господь мой. Боже мой, как Ева была для Адама помощницей, Господь мой, будучи той половиной, той женою, Господь мой, дай нам быть, Господь мой, в этом сотрудничестве с Тобою, Боже мой, Иисус, познавать Твою волю, Господь мой, Боже мой, и помогать Тебе во всем, Господь мой, чтобы это слово распространялось, Господь, совершалось бы. Благослови каждого, благослови этот сегодняшний день, Господь мой, Боже мой, это собрание. Благослови мое горло, Господь мой, прошу Тебя, чтобы мне высказать то, что лежит на моем сердце, Господь мой. И я верю, что это поможет, Господь, для Твоих детей, как это помогает и мне, Господь мой. Благослови. Все отдаем это служение в Твои руки для славы имени Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я даже не знаю, с чего, с какого места Писания начать. Ну, наверное, знаете, давайте откроем Исаия 60 главу. Прочтем этот первый стих.
часто читаем. Но это наше время, наш час, когда это совершилось. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. И вот, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Садитесь, пожалуйста. Знаете, как брат Юра сказал, это правда, этот зум по зуму, когда мы встретились с братом Вином, просто видишь его того же самого, вот, в той же самой энергии, передавал привет, вот, и, знаете, 4 часа этот зум прошел, вот, и, по сути дела, на одном дыхании, вот, он все время, по сути дела, говорил, вот, показывал важные моменты, и я очень благодарен Богу, и думаю, что мы все благодарны, что у Бога есть те сосуды разной меры. И вы знаете, когда он говорит, у него, конечно, это видение, его мера, она большая. Вот. Я не такой служитель, у меня не такая мера. И, может быть, даже и в каком-то направлении я стараюсь больше уделить внимание не глобальным таким пониманиям и видениям и так дальше, а, можно сказать, индивидуальным, семейным, таким церковным. Вот. И я верю, что Господь дает это видение. Поэтому у каждого есть своя мера. Я бывает, когда езжу, мне задают такие вопросы, особенно о современных политических событиях и так дальше. Я говорю, знаете, это не мне. Там Дима Доронин, там, может быть, Фокину позвоните, там, узнайте. Это их мера, это их, они изучают, они в это входят. Бог им открывает. Я не такой. Вот, но я верю, что то, что Бог дает мне, оно является благословением для нашего собрания, для тех, которые находятся на трансляции. Поэтому пусть каждого Бог посетит сегодня и благословит. В этой поездке Господь обращал внимание на некоторые вещи. Знаете, когда ты изучаешь все время одну и ту же тему, вот, оно все время раскрывается больше и больше. Вот. Оно не может быть, что мы все можем исчерпать. Оно просто расширяется, и ты становишься все более видящий в этом. И знаете, я благодарен Богу, когда, можно сказать, топчешься на этой благодати или ходишь по этой благодати, говоришь об этой благодати. И знаете, у Бога есть цель для того, чтобы показать еще больше свою благодать, еще больше расширить понимание Бога и понимание нас как индивидуумом, как мы сотворены, как мы созданы и почему мы так созданы. И поэтому об этом я дальше буду проповедовать и говорить. Я говорю, не знаю, как сегодня Господь поведет. Мыслей очень много, но, знаете, то, что я там проповедовал в российском Донецке, это меня очень сильно самого очень тронуло. Может быть, кто-то слушал, но я думаю, что еще раз, если вы услышите эти мысли, я думаю, что они больше еще закрепятся в нашем понимании, в нашем видении. И мы знаем проблему сегодняшнего периода, в котором мы живем. Это проблема глаз, правда? Вот. Потому что, когда человек не видит, то он не понимает. Потому что видеть – это понимать. Если он не понимает, он не знает, в каком он состоянии, он не знает волю Божию, он не знает вообще, он потерянный в этом. Поэтому мы читаем и видим, что Ладикия, она слепая, она не видит. Поэтому она не видит, что она нага, она не видит, что она нищая, она не видит вообще, что она, по сути дела, не в том состоянии, не в том положении и так дальше. И Господь предлагает, говорит, у меня есть мазь для того, чтобы помазать тебе глаза, чтобы ты видел. Вот. Но мы знаем, что и от этого она отказалась. Она просто идет своим путем, и поэтому этот путь тьмы, в котором она находится, она просто дальше продолжает идти в погибель, потому что она слепая. Вы знаете, если слепой ведет слепого, то катастрофа обязательно будет, потому что они оба окажутся в одной и той же погибели, в одной и той же яме. Вот, поэтому я благодарен Богу, что
Бог дал своей благодатью нам помазать наши глаза, чтобы нам видеть. Вот. А глаза, я думаю, что мы понимаем, что такое является зрение, что такое является глаза в этом. Потому что, знаете, когда мы говорим, что мы ходим не видением, то есть не этими глазами, да, а мы ходим чем? Верою. Аминь. Вера, пророк говорит, это то, что мы видим за пределами, то, что видят глаза. По сути дела, это и есть наше видение, это вера. Потому что если мы не будем с вами иметь веру, то мы не будем знать Его волю. Мы не будем находиться в общении с Ним, потому что через веру ты можешь нечто видеть. Вера – это видение дальнего действия и так дальше. Поэтому для чего пришел пророк? Чтобы у нас вернулась та вера, чтобы мы ходили верою. А если мы будем ходить верою, ты будешь тогда видеть. Ты увидишь то, что здесь Исаия писал. Ты увидишь этот свет. Ты будешь находиться в этом свете. Ты уйдешь из этой тьмы. Знаете, мы видим, что этот мир, он находится в контрасте. То есть свет, есть тьма и так дальше. И когда мы читаем с вами, Писание говорит, что тьма покроет всю эту землю. То есть тьма будет контролировать. Тьма будет царствовать. И мы понимаем, что такое тьма, правда? Если мы говорим, что свет, что если мы говорим, что зрение – это есть вера, то тьма – это есть неверие. Это две, которые противодействуют друг другу. То есть вера и неверие. Вера и мудрость, как мы видим. Потому что если ты не имеешь веру, и если нету этой веры, то тогда ты будешь идти своей мудростью, ты будешь идти своим интеллектуальным разумом, своим мнением, своими понятиями и так дальше. И мы видим, что весь практически мир сегодня движется именно вот этой мудростью. А Писание это просто показывается, это тьма. А тьма, она сковывает, тьма, она парализует и так дальше. Поэтому, когда мы смотрим тот же самый Израиль, когда он находился в Египте, да, он находился в рабстве. Поэтому, когда мы рассматриваем, что такое вообще Египет, да, это тьма. Египет – это рабство. Там находилось избранное семя. И эта тьма, она поработила избранных людей. Но Господь послал пророка. Для чего? Для того, чтобы вывести из этой тьмы, вывести их из этого рабства, вывести их из этого Египта. Аминь. Или Писание, если говорить о старом, то есть об Откровении, мы увидим, что мы увидим Вавилон. Это та же самая система. Это система тьмы. Это система пока дьявола, Люцифера, который, можно сказать, всех порабощает под свое влияние, под свое действие и так дальше. Поэтому что делает тьма? Что делает она? Она не желает, чтобы выразилась вера. Тьма, она воюет против света. Тьма не желает, чтобы мы ходили верою. Но когда ты встречаешься со светом, тогда нечто проявляется в тебе. Тогда начинает действовать. Если там ты являешься семенем Авраама, то тогда начинает эта вера, начинает тебе оживать, начинает в тебе проявляться. А если ты начинаешь ходить верою, у тебя совершенно новая походка. Аминь. Вы помните, когда Яков, описание Якова, насколько это был способный человек и так дальше. Он мог нечто увидеть, он был хитрюга и так дальше. Он мог обхитрить одного, мог обхитрить второго, он мог обхитрить третьего и так дальше. И можно сказать, на этом он начинает богатеть, он начинает развивать свой капитал и тому подобное. Но однажды, вы помните, когда он возвращался в свою позицию, в свою землю, ведь почему он ушел из своей земли? Из-за страха, правда? Потому что его брат, родной, он сказал о том, что только умрет отец, я убью его и так дальше. И Исав, он был способным, он был сильным и тому подобное. И, по сути дела, Иаков спасался бегством от своего брата. Но когда он встретился, помните, когда Господь ему сказал «возвращайся»,
в землю твоих отцов, возвращайся в свое наследие, он должен был возвратиться. Но вы знаете, он не мог возвратиться таким, каким он ушел из своего наследия. Он нечто должен был теперь приобрести. Он должен был идти по-другому. И когда он встретился с ангелом, вы помните, когда этот ангел коснулся его хождения, коснулся его бедра, и как пророк говорит, теперь его хождение изменилось. Теперь он уже шел совершенно другим человеком. Это уже не был Иаков, это был уже Израиль. Его имя переменилось. Он уже не был неверующим, он уже возвращался верующим. Он уже возвращался с верою. Для того, чтобы быть в наследии, чтобы находиться в земле обетованной, ты должен иметь веру. Ты не можешь быть без веры и находиться в наследии, находиться в земле обетованной. Поэтому мы видим, когда Адам променял веру, как пророк говорит, променял веру на мудрость, которую подсунул его дьявол, он должен был оставить сад. Он больше не мог находиться в саду в этом состоянии неверия. Аминь. Поэтому, когда мы видим, когда Господь возвращает, что Он возвращает? Он возвращает в нас, чтобы мы ходили верою. Поэтому Он допускает определенные в нашей жизни переживания. Для чего? Для того, чтобы наша вера, она окрепла. Да? Чтобы мы научились ходить верою во всех своих обстоятельствах. Я хочу прочитать одну цитату пророка сейчас, как раз она подходит. Это «Пробуждая Иисуса», 63-й год. Вы помните, когда там была буря в лодке, и все заливало, и Иисус спал, отдыхал, и ученики там боролись с этой бурей и никак не могли ее победить и так дальше. И в конечном итоге они разбудили Иисуса. И вы помните, Иисус встал, и Он просто запретил этим волнам, и море утихло и так дальше. И здесь именно пророк говорит это. И помните, через несколько минут Он сказал: «Ох, вы маловеры! Вы так и не поняли о преломленном хлебе и что накормил 5000 человек? Разве вы не понимаете, что я тот же самый Иегова, который кормил их 40 лет пустыни из печек с небес, когда я каждый вечер осыпал им?» Он говорит, разве вы не понимаете, что это все делал я? Чем вы так напуганы? Разве вы не знаете, что я сделал Красное море сушей однажды? Разве вы не знаете, что я разверз землю и поглотила неверующего? Однажды я вымерил землю и запустил ее в космос, и он был в лодке. Теперь это не мифическое, это истина, да. То же самое сейчас. Он хочет испытать нас и посмотреть, где мы выстоим или нет. Прекратить пробуждение и начать споры в церкви, просто чтобы посмотреть, что вы станете делать. То есть он нечто допускает. Он может прекратить пробуждение, которое мы так очень любим и так дальше. Он может возбудить споры. А у него есть цель. Как мы будем реагировать на это? Как мы будем дальше ходить? Как мы будем дальше проводить свое движение и так дальше? Пророк здесь говорит, он просто хочет посмотреть, что вы станете делать. Спустить сатану среди вас. Среди. Посмотреть, как вы сможете выстоять. Он даже сатану спускает. Допускает. Но у него есть цель. Для чего? Как мы будем ходить? Что мы будем делать? Позволяет ему поразить вас чем-нибудь, увидеть, какую позицию вы займете. И он сказал, хотя он убивает меня, но я доверяюсь ему. Аминь, аминь. Вот именно. Ну и так дальше. Бог допускает нечто. И у него есть цель не для того, чтобы нас поражать, не для того, чтобы нас мучить, но чтобы мы научились ходить верою. Потому что Богу невозможно угодить чем-то другим.
Ему нужна вера. Поэтому Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. И без веры Богу угодить просто невозможно. Есть два пути. Есть вера и есть мудрость. Есть твои способности, которые обладает каждый человек. И так дальше. Есть два пути. Есть дерево жизни и есть дерево познания добра и зла. И к одному имеешь ты доступ, и к другому ты имеешь доступ. И так дальше. Но одно произведет одно действие, а другое произведет другое действие. Но Бог каждому дал свободный выбор. Аминь. И Он наблюдает, что мы будем делать. Вы знаете, когда я говорю о свободной воле или свободном выборе и так дальше, ну, мы читаем это Писание, поэтому мы видим, когда Бог дал создал первого человека, Он дал ему свободный выбор. Поэтому каждого последующего Он сотворил именно таким же самым. Каждого последующего Он дал свободный моральный выбор. Каждый человек имеет право на выбор. Я, как всегда, говорю об этом. Лучше бы этого выбора не было бы. Правда? Потому что из-за этого выбора мы попадаем в просак. Из-за того, что мы способны на что-то. Лучше бы мы не были бы способны на что-то. Лучше бы мы были способны только верить и так дальше. И другой способности бы у нас не было. О мой Боже! Слава Господу, друзья! Но я так благодарен Богу, что мы идем к тому обетованию, к тому наследию, где дьявол больше не будет иметь никакого участия в нашей жизни. Аминь. И это только из-за одного. У него не будет части, или в нас, вернее, не будет части той, которую можно искушать. Бог просто это заберет. Знаете, когда он был за завесой времени, и он рассказывал то, как бежали там миллионы, говорит, бежали, и бежали и девушки, и бежали парни, и там обнимали, и одни, и другие обнимали. И говорит, и там не было никаких чувств. В этом теле не было никаких желез, которые бы могли бы возбудить человека и привести к определенным действиям и тому подобное. Ведь именно из-за этого начались все проблемы в человечестве. Но пророк говорит, но когда мы получим то прославленное тело, там этого не будет. А если этого не будет, то дьявол не сможет больше искушать себя. Он не будет иметь доступа к тому прославленному телу. Потому что в этом том теле у тебя не будет выбора. Ой, я жду этого времени, друзья. Потому что от этого выбора мы устаем все. Мы входим в депрессию. Мы входим в стрессовые состояния и так дальше. Я благодарен Богу, я благодарен Духу Святому. Я благодарен Голгофе, я благодарен Его крови. Я благодарен Его цене. Что когда мы делаем неправильный выбор, мы имеем возможность очиститься. Мы имеем возможность подойти под Его кровь. И вернуться в то же самое прежнее состояние. Но когда-то этого не нужно будет. Когда-то не нужно будет крови. Когда-то не будет этой выбора и так дальше. Но сегодня мы в этом нуждаемся. Аминь. Итак, мы видим, Израиль находится в Египте. Обетованная земля, то есть обетованное семя, избранное семя. И она попадает в рабство Египта, и Египет начинает захватывать Израиля. Все больше и больше порабощает, пока полностью они не стали рабами. Они больше не могли жить такими, какими они раньше жили, и как они жили. Аминь. Египет – это тьма. И тьма контролировала их. Тьма овладела их мыслями,
владела ихними поступками, владела ихними жизнями и так дальше. Тьма не давала выразиться обетованному семени, которое был Авраам. Авраам имел веру. Авраам жил верою. Мы знаем, что Иисус – это семя веры, которое Господь говорит, что твое семя – это семя веры. И когда мы видим, Моисей приходит, он пришел для того, чтобы высвободить Израиля из этого рабства. Вы со мной, да? Чтобы они освободились от того давления, в котором находилось избранное семя. Чтобы они могли бы выразить то семя, которое лежало в них. То есть, чтобы они дальше ходили и проявляли, и жили верою. Аминь. Есть два хождения. Твоими способностями и есть другое хождение. Это верою. Бог так создал человека. Когда Он создал первого человека, когда мы наблюдаем за этим, мы видим Адама и Еву, и Господь дает обетование, и Он говорит, плодитесь, и рождайте, и наполняйте землю. Он дает слово. Для чего? Для того, чтобы они производили, наполняли землю себе подобными. Аминь. И мы знаем, что Адам был сыном Божьим. У Адама была вера, он ходил верою. Ему не нужно было ходить чем-нибудь другим, ему не нужно было экскаваторы, ему не нужно было там пересыпать лопаты и так дальше. Он имел слово, он имел доступ к этому слову. Аминь. Он ходил этой верой, он жил этой верой. И мы знаем все эти вопросы, но у него была способность. Потому что его тело, оно было животным телом. Пророк говорит, мы животные, мы млекопитающие. Поэтому у Адама была способность для размножения, как весь животный мир. Но у него была способность и другого рода производить через веру. Проявлять обетование через веру. И когда мы видим, когда змей пришел и начинает говорить, разговаривать с Евой, начинает разговаривать с его женою, он начинает показывать ей на ее способность. Ты способна. Посмотри на весь животный мир. Посмотри, как они размножаются. Посмотри, как они наполняют эту землю и так дальше. А у тебя есть обетование от Бога. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Ты должна выразить это обетование, и у тебя есть на это способность. Посмотри, Бог создал тебя для того, чтобы ты это производила. Аминь. И она пошла этим путем. Она пошла путем своих возможностей. Своих способностей. Она отклонила верою. Она отклонила слово. Она отклонила силу Духа Святого. Она пошла своими способностями выражать Божье обетование. Знаете, когда Господь говорит об обетовании, когда Господь говорит о слове, когда Он говорит нечто, чтобы ты произвел или ты произвела, то у Бога на это есть время. И у Бога есть этот путь. И Он обращается не к твоим способностям, Он обращается к твоей вере. Потому что эта вера и является Его семенем. Для того, чтобы ты произвел в свое время силою Духа Святого. Поэтому Адам ждал этого. Он ожидал, когда Господь повелит ему произвести то, что он сказал. Он доверял Богу, он ходил верой. У него была способность,
но он не действовал своей способностью, он ожидал действия Духа Святого в его жизни. О мой Боже! Друзья, время не поменялось, Бог такой же самый. И Бог ставит тебя в ту же самую позицию. И кто-то здесь более способный, кто-то менее способный. Но мы все на что-то способны. Мы все что-то можем произвести. И мы видим, что это от всего этого производится что? Цивилизация неверия. Цивилизация человеческих способностей, которая убивает все вокруг, которая несет смерть и так дальше. Но есть другая цивилизация, цивилизация веры. Аллилуйя! И Бог дает эту веру, Он положил ее как семя в твое сердце, в твою душу, для того, чтобы производить или произвести обетование, которое Он сказал через это семя, через эту веру. О мой Боже, какое время мы с вами живем? Что Бог хочет от нас? Не какую-то религию, не какую-то политику, не какие-то еще какие-то проявления нашей человеческой способности. Он хочет, чтобы мы Ему доверяли, чтобы мы научились жить верою и ожидать нашего Господа. Аминь. Поэтому Он допускает нечто в нашей жизни. Он допускает всякие рода испытания, разного рода трения, разного рода непонимания и тому подобное. Но у Бога есть цель. Он учит нас, чтобы мы научились эти два крыла раздвинуть и ухватить порыв ветра Духа Святого и подняться над всеми человеческими возможностями, над всеми человеческой, над всей этой цивилизацией неверия и так дальше. Пророк говорит, эти два крыла – это крыла, крылья веры. Аминь. Этот орленок, который находился там, в этом курятнике и так дальше, и этот петух, который там ходил, или этот гусь, который там ходил, не имеет значения. Они все жили своими способностями. Они ели, они там копались в этой навозной куче и тому подобное. И этот орленок, он пытался быть похожим, но он не был создан таким, как они. Он был создан для того, чтобы подняться, чтобы летать. Аминь. Этот петух его только мог научить тому, что он, как он жил и так дальше. У него не было той способности, которую имел этот орленок. Но этот орленок не знал ничего о этих способностях. Он не знал ничего, как летать верою, как ходить верою, как жить верою, как подняться верою, как выразить Божие обетование верою. Но орлица, мать это знала. И однажды она пролетала над этим курятником, веща свое семя. И когда она увидела его, он говорит, сынок, ты создан не для этой цивилизации. Ты создан не жить в этой цивилизации неверою, подражая всем им. Ты создан для того, чтобы летать в просторах этих небес, чтобы подняться в небесные места. Мама, как? Возьми, у тебя есть два крыла. Бог создал тебя таким. У тебя есть два могучих крыла. Ты просто их раздвинь. И Дух Святой подхватит. И ты подымешься от этого курятника. И ты увидишь, что такое полет. И что такое сила Духа Святого в твоей жизни. Он должен был научиться жить верою, он должен был научиться летать верою, он должен был научиться не прыгать, как все остальные по двору. О мой Боже, я благодарен Богу за Духа Святого, я благодарен Богу за этот путь, который Он нас учит. Аминь. Поэтому, когда ученики в этой лодке, как мы прочитали и так дальше, они употребляли свои способности. Они гребли там, они старались лодку поставить в правильном направлении и так дальше, но противный ветер, который дул в эту лодку, и их не все способности не смогли справиться с этим. И они увидели, мы погибаем. И у них появляется тот страх. Приходит то неверие,
которая разрушает все то, что было уже засеяно. Ведь на протяжении всего времени Иисус учил их, что жить верою, ходить верою, верить тому дню, в котором они живут. И поэтому, когда он встает, он говорит: маловеры, где вера ваша? Разве вы не видели, как это все производится? Разве вы не верите мне? Разве вы не верите, что я избрал вас? Разве вы не верите, что вы им дети веры? Вы должны научиться верить. Вера – это победа. Вера – это совершенно другой путь. Поэтому Египет научил, что этот Израиль не верить. Ходить своими возможностями, ходить своими способностями. Они жили тем, что они видели. Они жили тем, в чем они находились. Они не могли ходить верою. Поэтому, когда происходили определенные условия, когда были разные давления, разные обстоятельства, они искали виноватого. А кто виноватый? Моисей и Аарон. Эти служители, которые вывели. Вы нас на погибель вывели. Чтобы мы здесь все умерли в этой пустыне и так дальше. Лучше бы мы в Египте дальше оставались. В этой цивилизации, в которой ты вывел нас. А куда ты завел нас? Тут вообще ничего нету. Тут нету еды, тут нету воды. Тут вообще нет, мы во всем погибаем. Они никак не могли переступить эту черту. Они жили это неверием. Поэтому они все время смотрели, что мы можем способны сделать. Мы ничего здесь не можем сделать. В этой пустыне мы вообще ничего не можем сделать. Тут вообще ничего нету. Конечно, они многому чему умели. Конечно, Египет их многому чему научил. Но Бог поставил их в эти условия, в эту пустыню, где их способности были невозможно выразить. Бог хотел их научить, чтобы они начали жить верою. И Господь демонстрирует: Моисей, сделай это. Моисей, сделай это. Ударь, скажи, произведи. И они должны были научиться. Но понимаете, выйдя из этого рабства, Египет – это тьма, неверие не вышло из них. Поэтому они все время смотрели на обстоятельства. Когда они пошли туда, в эту, как разведчики, чтобы исследовать эту землю, которую Бог обещал им дать, они увидели невозможность. Наши способности, которые мы имеем, невозможно одолеть врагов, невозможно разрушить эти города, невозможно победить этих великанов. Конечно, невозможно. Бог и создал это, чтобы они бы поняли, что это невозможно. Чтобы они начали верить. Поэтому Иисус, Навин и Халет сказали: мы более чем способны. На что они полагались? На Божие обетование. А что говорило в них? Вера. Вера. Они научились жить верой. И они знали, что тот Бог, который им сказал, чтобы они вошли в эту землю, этот Бог пойдет с ними. И Он произведет Духом Святым то, что невозможно человеческими способностями. Друзья, есть совершенно другой путь. И мы так созданы, что у нас все время есть выбор. Бог создал нас. Таких способных, хороших. О мой Боже, я так хочу быть зависим от Тебя, чтобы эта способность перестала быть способностью. Но мы живем во времени искушений, во времени испытаний. И мы должны перейти от нашей способности, от дел плоти, к делам Духа. Аминь. Поэтому, когда мы читаем эти обетования,
ни одно обетование не дано к твоим способностям. Все обетования даны к твоей вере. Все обетования принадлежат семени Авраама. А семя Авраама – это есть семя веры. Те, которые могут поверить и жить верою. Поэтому Авраам не смотрел, что его тело столетнего уже не способно. И Сарина такое же самое. Он не смотрел на эти обстоятельства, но он верил, если Бог сказал, он проделает путь, я дождусь этого. Аллилуйя! Богу нужна вера. Поэтому дьявол ненавидит это семя веры. Он ненавидит, когда верующий человек или человек верит. Потому что это совершенно другой путь. Это путь, который здесь восстановит другую цивилизацию. Не цивилизацию мудрости, не цивилизацию смерти, болезней, страданий, но цивилизацию веры, счастья, радости, любви, проявления его жизни. Аминь. Если нужны были твои способности для Бога, ему не нужно было бы страдать, ему не нужно было бы умирать. Твоих способностей было бы достаточно. Но это совершенно другой путь, друзья. Есть два пути. Мы должны это понять, мы должны это увидеть. Мы должны это настолько видеть, какие мы, как мы созданы. Один плотской человек и другой рожденный от Бога. И этот рожденный от Бога, он живет верою. Но способность плотская остается с нами. И дьявол все время начинает говорить, ты способен, ты способен, ты можешь. И я тебе приведу обетование, которое ты должен выразить, если ты забыл. Я тебе напомню и научу, как сделать. Аминь. О, мой Боже. Поэтому Иисус, что Он приносил? Твою веру. Он искал тех людей, которые были способны поверить тому, что Он говорит. Это и есть доказательство человека, рожденного от Бога. Аминь. Крещенного Духом Святым. Как помните, пророк говорил о Левиле, когда они вместе там разговаривали, беседовали, и Левиле говорит, брат Бранхам, как ты думаешь, какое есть доказательство крещения Святым Духом? Это говорение на языках? Он говорит, нет, я не верю так. Он говорит, я тоже так не верю, но нас так учили. А что, по-твоему? Он говорит, наверное, любовь. Говорит, это самое лучшее, что можно было подходило. Говорит, это любовь. Но, говорит, когда он пришел, он поправил меня. И он сказал, не любовь, а человек, который способен поверить слову, которое он говорит. Это и является истинное доказательство. Человек, способный верить. Аллилуйя. О мой Боже, я благодарен Господу, друзья, что Он делает нас способными верить через рождение свыше. Поэтому мы не смотрим на возможности и способности. Помните, как Никодим разговаривал с Иисусом? Он пришел ночью. Учитель. Только он учил о способности. Он учил закону. Он учил делам плоти. Он был фарисеем. Способным. Он говорит, учитель, мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что таких вещей и таких чудес, которые ты делаешь, не может человек просто так делать. А Господь говорит, Никодим, если не родишься свыше, не увидишь. Не увидишь Царства Небесного. Не увидишь этого Царства Божия. Ведь Царство Божие стояла с ним, с Никодимом.
А он думал, что это какой-то человек способный. И так дальше. А небеса сошли на эту землю. Небеса стояли рядом. И Иегова, которому он служил, стоял рядом. А у него не было никакого видения. Он не мог пройти эту человеческую плоть. Поэтому, когда Господь начинает его учить о рождении свыше, он говорит, так что это? Я должен опять войти в утробу, чтобы родиться? Он все время думает по-плотски. Дела плоти и дела духа. Помните, когда была рождена Галатская церковь, которую апостол Павел родил, проповедовал, учил. И вот приходят туда, когда нету апостола Павла, приходят туда набожные люди из Иерусалима, христиане, учителя, служители. Что они делают? Они опять переходят и учат галатов, учат, как выражать обетование. Они начинают переходить опять на плоть. И апостол Павел начинает их обличать, он начинает их корректировать. Давайте я прочитаю это. Я с короля Иакова, Галатам 3 глава. Как он тут их рубит. Просто беспощадно. С первого стиха. Он говорит, о, глупые галаты. Он просто называет, вы глупые после всего этого. Кто колдовал вас? Чтобы не покоряться истине, перед глазами которых Иисус Христос был явно выставлен, распят среди вас. Это только хочу узнать от вас, получили ли вы духа делами закона или слышанием веры? Вы так глупы? Начав духи, теперь делаете совершенными плотью? Неужели столь многое вы претерпели напрасно? Если бы только напрасно. Итак, тот, кто служит вам духом и совершает чудеса между вами, делает ли он это делами закона или слышанием веры? Павел начинает корректировать, потому что закон относится к плоти. Закон относится к твоим способностям. Как и Авраам. Поверил Богу, и это засчиталось ему за праведность. Знайте поэтому, что те, кто от веры, они и есть дети Авраама. И Писание, предвидя, что Бог оправдывает язычников через веру, проповедовало до Евангелия Аврааму, говоря, тебе благословятся все нации. Так что те, кто от веры, благословляются с верным Авраамом. Ибо все, кто отдел закона, находятся под проклятием. Но я думаю, что очень четко, правда? Те, которые отдел закона, находятся под проклятием. Потому что это совершенно другой путь. Это путь древа познания добра и зла. Это путь твоих способностей. Ибо написано, проклят каждый, кто не пребывает во всем, что написано в книге закона, чтобы исполнить то. Но что законом никто не оправдывается пред Богом, это очевидно, ибо праведный верою жить будет. А закон не от веры. Но человек, который исполняет, то будет жить в том. Он будет находиться в этом. Но Писание уже его поставило под проклятием.
Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись проклятием за нас, ибо написано: «Проклят каждый, кто висит на дереве», чтобы благословение Авраама пришло на язычников через Иисуса Христа, чтобы нам получить обещание Духа через веру, чтобы эти обетования, которые Бог дал, они бы проявились в нас через веру. Братья, говорю по обычаю человеческому. Даже если это всего лишь человеческий завет, но он подтвержден, никто не отменяет его и не прибавляет к нему. Аврааму же и его семени были даны обещания. Он не говорит и семенам, как о многим, о многих, но как об одном и твоему семени, который есть Христос. И я говорю, что завета, который был подтвержден прежде Богом во Христе, закон, явившийся 430 лет спустя, отменить не может, чтобы сделать обещание недействующим. Ибо если наследие от закона, оно уже не это обещание. Но Бог дал его Аврааму по обещанию. Для чего тогда закон? Он был добавлен из-за преступлений. Пока не придет семя, которому было дано обещание, и он был установлен ангелами в руке посредника. Посредник же не есть посредник одного, но Бог один. Тогда закон против обещаний Божьих? Божьих сохрани. Ибо если бы был дан закон, который мог бы дать жизнь, то истинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы обещание по вере Иисуса Христа дано было тем, кто верит. Апостол Павел корректирует Галатам. Он 4-я потом глава. Он показывает два завета. Один от рабы, а другой от свободной. И он говорит: мы дети от свободной, но не от рабы, которая рождает в рабство. Все время показывает два пути. Я хочу, чтобы мы это видели. Бог всегда проверит веру. Он всегда испытает эту веру. Он будет испытывать эту веру. Но он никогда не подведет тех, которые стоят в этой вере. Аминь. Поэтому мы живем, знаете, в самое прекрасное время. Мы живем во время, когда исполняются Божьи обетования. Когда Дух Святой пришел восстановить. И когда мы видим, как его эта работа совершается, как происходит восстановление. Аминь. Не из-за твоих способностей моих. Это его обетование, так же самое. Когда этот червь, гусеница, саранча, жуки, эти четыре войска пожрали все это. А Господь говорит: а я восстановлю. Я возвращу все в прежнее состояние. Аминь. Знаете, когда читаешь, помните Иов? Ведь Господь тоже хотел его научить очень много. И Бог допускает его жизнь сатану. А тот беспощаден. Навел на него самую лютую болезнь – проказа. Уничтожает все его богатство. Все рушится, все уничтожается. И он на куче пепла. А Бог нечто ему хочет показать. Знаете, Иов был хорошим человеком, он был праведным человеком. Он был способным человеком. Но он должен был увидеть нечто. Он должен был проявить вот в этих всех трудностях веру.
И Господь начинает нечто показывать ему. Как пророк говорит, он увидел видение. И когда он увидел видение, он начинает возглашать. Он начинает говорить, а я знаю. Он нечто увидел. А я знаю, что он восстановит меня. Я знаю. Он должен был увидеть нечто. И когда Господь с них сходит к нему, вы помните, он начинает ему задавать вопросы. Давайте я прочитаю, это 38 глава. Потому что эти вопросы ставят его правильное положение. С 1 стиха. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей?» омрачающий провидение словами без смысла. Понимаете? Сколько там до 38 главы этих бесед? Один говорит одно, другой говорит другое. Каждый похвалится той мудростью, которую они имели и так дальше. И о, в этом состоянии и так дальше. Разбитом. О, пусть будет проклят тот день, когда меня мама зачала, когда я был зачат. Лучше бы я не вышел из утробы и тому подобное. И когда Господь обращается к нему, он говорит, это вообще слова, которые ты говоришь, в них нету никакого смысла. А дальше он говорит, припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. И он его куда-то отводит. За тысячелетия, может быть, миллионы, может, миллиарды лет. Он его переводит. И он говорит, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Мне нравится, как Господь делает. Иов, я хочу убрать от тебя амнезию. Ты уже нечто видел. Ты видел этот космос. Ты видел все, как оно находилось. Ты наблюдал за этим. И ты видел, как я полагал основание земли. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. О мой Боже! Он говорит, Иов, не был ли ты там, когда я восстанавливал землю, когда я полагал основание ее, когда я положил краеугольный камень? Иов, там были звезды. И когда эти звезды, да не эти звезды, друзья, потому что его дети являются его звездами, и его сыновья являются его звездами. И эти звезды, говорит, они ликовали, они восклицали от радости, когда они видели восстановление, как я это совершаю. У них эмоции зашкаливали. Аминь. О мой Боже. Авраам. 100-летний старик. И вот Господь приходит к нему и начинает с ним разговаривать. Авраам, у тебя будет ребенок. Авраам, от Сары будет, точно тебе говорю.
Знаете, он смотрит на себя, он смотрит на эту уже развалюху, он смотрит на себя неспособного, и вдруг он получает подтверждение, вот это обетование. Вы помните реакцию Авраама? Он просто катался по земле и хохотал. Он восклицал от радости. Почему? Он увидел глазами веры восстановление вот этой земли. Он видел, как он будет восстановлен. Он увидел это верою. И поэтому он начал восклицать, поэтому он начал радоваться, поэтому он начал смеяться. О мой Боже! От меня! Ну, такого столетнего, или там сколько ему там было-то в то время, от меня произойдет. Понимаете, он просто не мог спокойным быть. Потому что Авраам мог верить. А вера давала ему видение, как Божья сила восстановит его в молодого человека. Как он станет молодым. И поэтому это он знал, что он живет в это время. Он доживет до этого времени. И он настолько был счастлив. Аллилуйя. Пятая глава. Откровение. Что происходило с другим семенем Авраама и Иоанном? Он видит, нету способного, нету достойного, нету тот, который может вернуть то, что было утеряно. Правовой документ на собственность, на наследие находится в руках у Всевышнего. И он плачет. Но вы понимаете, начинается происходить откровение. Иоанн, не плачь. Есть достойный, который победил и может взять эту книгу, и может восстановить все первоначальное состояние. Иоанн что-то увидел, пророк говорит, что он увидел себя. Он увидел себя каким? Восстановленным. А когда он увидел себя восстановленным, первоначальное состояние, он ликовал, он кричал больше всех там на небесах. Громче всех. Почему? Он увидел восстановление, возвращение, первоначальное состояние. О мой Боже, мне тоже хочется ликовать. Потому что мы живем в это время, друзья, когда Божье обетование нам уже в наше время говорит, это ваше обетование, и я это произведу сам. Йо, где ты был? Ты был уже тогда. Ты наблюдал, как я восстанавливаю. Я позволил тебе там быть. И ты смотрел на это. Поэтому, Иов, неважно, какое твое тело, неважно, что там черви ползают, неважно, что там от тебя воняет, я восстановлю. Ты же видел это. Ты же видел, как я совершал из этого хаоса, совершал красоту. Ставил каждого свою позицию, каждую планету, каждую звезду. Как я писал эту первую Библию. Аминь. 20 стих. Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Иов, ты же мой сын. Иов, и ты всю ерунду болтаешь. И ты скулишь. И ты смотришь на все эти обстоятельства. И ты проклинаешь свой день и тому подобное. Но я же восстановитель. Я же тот же самый Бог. Ты был там, ты видел это. Где мы были, друзья? Может быть, мы тоже там были? И я верю, что мы там были.
Я верю, что прежде создания еще всего, когда Бог начинает делать порядок, когда Он делает с этой землею, мы там уже ликовали, мы видели восстановление, и теперь дьявол хочет сказать: о, ты развалюха, ты не способен, ты такой сякой, такая сякая и тому подобное. У тебя ничего не получится. Нет, точно не получится. Но у него получится. И я не полагаюсь на свои способности. Это совершенно другой путь. Путь обмана, путь лжи, путь тьмы, путь неверия. А мы рождены для того, чтобы верить, потому что мы орлы. Мы помазаны этим орлом. Для чего? Для того, чтобы ходить верою. Для того, чтобы быть как Иаков. Возвращаясь к своему обетованию, он должен был возвращаться верующим. Он должен поверить, что Бог будет с ним, что этот ангел пойдет с ним, и что этот Исав ему не причинит никакого зла. Неважно, какое у него войско, неважно, какие у него способности, какая сила. Но я имею веру, и поэтому Иаков уже переходил этот поток, уже переходил верующим. Аллилуйя! Два пути, друзья. Давайте будем жить верою. Давайте ходить этой верой. Давайте будем дожидаться Бога. Бог не уснул. Но Он хочет посмотреть, какое ты семя. Или ты плотское семя, которое выражает только плотские дела. Или ты Его семя, которое может верить, довериться каждому Его обетованию. О мой Боже, скоро это все закончится, друзья. Мы получим другое тело. И в этом теле уже не будет выбора. Уже не будет этих испытаний и искушений. Все прошло. Дьявол не сможет вообще дотронуться, чтобы что-то испытать или искушать тебя. Потому что там нечего искушать. У тебя не будет никакого выбора. Потому что ты выбрал уже здесь, на земле, как жить, как ходить. Как доверять Ему? И Он уберет от тебя этот дурной выбор. О, друзья, счастлив. Я люблю Его. Я люблю Его за Его обетование. Он чудный, наш Господь. Но мы должны довериться Ему, друзья. Мы должны научиться ходить верой. Боже мой, все равно ты произведешь. И все равно я не буду полагаться на себя. И все равно я буду смотреть только на тебя. Потому что ты пришел сегодня как сильный Бог, как сильный ангел, могучий ангел. Для чего? Для того, чтобы восстановить. И поэтому он ведет нас туда и говорит: где ты был? Если ты был, то ты должен вспомнить, как я восстановил из ничего всю эту красоту небес. Могучий Бог, который перед нами, который пришел к семени Авраама, к семени Христа. Которые не пойдут другим путем, кроме пути веры. Поэтому был послан пророк. Для чего? Вывести нас из тьмы неверия. Чтобы мы научились ходить верою, ходить в свете Его обетованного Слова. Друзья, нам нечего бояться. Нам нечего паниковать. Не надо смотреть, какие волны вокруг. Надо смотреть, кто с нами в лодке, который избрал нас, который ведет, от которого мы получили это счастье. Все проблемы здесь, находясь в этой плоти, всегда будут проблемы. Потому что человек пошел совершенно другим путем с самого начала и приобрел только проблемы, и будет так же самое эти все время проблемы.
Но когда ты избираешь другой путь, проблемы заканчиваются. Потому что Он взял все твои проблемы. Он разрешит каждую твою проблему. Каким путем? Откуда этот хлеб все время? Каждый день, каждое утро лепешки падали. Там на небесах пекарни нету. Но Бог производил, и еще производил каждому по вкусу. Аминь. Он переломил хлебы. И 5000 поели. Он произвел там жареную рыбу. Откуда? Он Бог. Ему не нужна цивилизация неверия. Ему не нужны эти печи. И ему не нужна эта техника. Он жил верою. И проявлял эту веру. И говорит, неужели вы, маловерные, не можете это увидеть? Мне хорошо. Я думаю, и вам хорошо. Просто хотелось это, чтобы как-то забить, чтобы мы настолько увидели, разобрались в себе самом. Кто я? Ты тот и другой. А как пойдешь? Выбор за тобой. Но если пойдешь тем путем, будет проклятие. Умрешь. Пойдешь этим путем, будешь иметь жизнь. Слава Господу. Все, давайте будем молиться. Просто тянуть не хочу. Но такой кусочек, не знаю. Но я верю, Бог приготовил. Для каждого из нас. Думаю, что поняли. Дорогой наш Господь, Ты учишь нас. Ты наставляешь нас. Ты открываешь нам. Мы можем увидеть, Господь, за пределами нашего видения, за пределами наших способностей и возможностей. О, мой Боже, мы можем увидеть Тебя, как Ты это делаешь, как Ты это совершаешь. И довериться, Господь, дальше Тебе, что Ты совершишь и то, что сказал, все по отношению нас, каждое обетование. Оно для верующих. Любим Тебя и благодарим Тебя, Господь мой. Спасибо Тебе, что мы живем в это время восстановления. И не имеет значения, что сделали эти жуки, гусеницы, все эти дьявольские силы, которые пожрали это дерево. А Ты сказала, я восстановлю. А я возвращу все первоначальное состояние. А вы смотрите. О, Боже мой, как Ты говорил, иди и смотри. Каждая печать, иди и смотри, что я совершаю, что этот путь совершает, и что этот путь совершает, к чему этот путь приведет, и к чему этот путь приведет. Иди и смотри. Это два контрастных момента. Тьма и свет. Сегодня сражаются за человека. Но Ты сказал, выйди, народ мой, из нея. Выйди из этого Вавилона, чтобы Тебе не участвовать в этих делах. Чтобы мы были участниками Твоих дел. Я благодарен Тебе, Господь мой. Спасибо Тебе. Благослови нас и дальше. Распусти нас, чтобы мы будем в этом дне еще проходить, можем встречаться, беседовать, говорить. О, мой Боже мой! Но я молю Тебя, пусть это так заякорится в нашей жизни. Господь, чтобы поистину мы получили то откровение. Господь, чтобы у нас было бы это истинное понятие. Любим Тебя, благодарим Тебя, нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Давайте будем благодарить Его в пении.
Но если мы видим это восстановление, друзья, обязательно ты будешь ликовать. Говорит, все сыны ликовали от радости, восклицали. Иову. Авраам увидел восстановление, катался. И я могу представить, сколько у него было эмоций. Иоанн увидел восстановление. И тоже орал там. И когда ты начинаешь видеть то, что победит дьявола, что уничтожит все его дела, Боже мой, но это самое большое счастье. Тогда хочется ликовать. Тогда внутри все прыгает. Благословит Бог тебя. Лукашка, давай. Верой овладеваю я свои наследие, хоть висят стаи против откровения, мы пробегаемся вперед и следуем за словом, что передал нам наш пророк, удел мой выкуплен по озам. Бог посылает предо мною пути вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой, свет, я защищен, уверен я в кресте моем. Он в испытания мне скала, закрылся в нем. Я навсегда. Совершенное Он приготовил для меня. Бог мой, свет, я защищен, уверен я в Христе моем. Он в испытания мне скала, закрылся в нем. Я навсегда. Ангел, что был с пророком, вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой, свет, я защищен, уверен я в Христе моем.
Он в испытания, мне скала, сокрылся в нем. Я навсегда, в нем навсегда. Аллилуйя, мы царское семя. С этой песней можете расходиться. Пусть Господь благословит каждого. Как Авраам, я в вере не поколеблюсь. Хожу я верой и откровением. Победу враг не в состоянии украсть мою. В завете безусловном я ведь состою. Как Исаак свою всю жизнь отдал я для Отца, живя в смирении и освящении. Я ради славы Иисуса умер для себя, чтобы Господне имя прославлять всегда. Мы царское семя, мы избранный род, мы родословной Христа, мы Его народ. Он не стыдится отождествиться с рожденными словом своим. Сегодня да, дар откровения и развлечения, когда по всей земле ни кризиса и голода, Он в изобилии слова посылает нам. Вот мы в конце на нас, Он не сливает поздний дождь, дух умиления и пробуждения. Вене Бог передает, так совершенство нас ведет и заберет. Да, мы царское семя, мы избранные, мы родословной Христа, мы Его народ. Он не стыдится отождествиться, рожденными словом. Всех моих врагов мало.
Мама,
ясно вижу владенье, распознаю я себя. Все пророчества обо мне исполняю в этот день в полноте. Мне с небес